Ремонт стартовал не только в детских садах. В ходе осмотра работ в дошкольных учреждениях «Теремок» и «Елочка» проверяющие обратили внимание и на подъездные пути. Сейчас на данном участке трудятся сотрудники предприятия «Автодорог». В течение месяца все работы должны быть завершены, а сама дорога серьезно преобразится. Подробности далее. В первом комплексе поселка ГЭС как никогда много спецтехники. На участке от детского сада «Елочка» до «Теремка» идут дорожные работы. Заливка бетона, снос деревьев и другое. Местные жители и родители дошколят таким переменам только рады. Лучше будет, пускай нам хорошо, ведь пенсионерам. А то мы плохо ходим сейчас, упадем. Это не больно хорошо. Машина будет загруженная, дорога очень сильно будет. Из всех домов машины будут ехать все сюда. Машина могла только одна проехать, вторая нет. Дальше освещения здесь не было, смысл темное для гуляния с детьми, для прогулки страшновато было. А гулять будет где. Пешеходам больше не придется делить дорогу с автолюбителями, ведь на участке обустроят тротуар. Кроме того, решится вопрос с отсутствием парковочных мест. Дорога узкая. Машины наезжали на бордюры. Бордюры уже за 2 года разбили все и решили этот зеленый уголок убрать и сделать стоянку для автомашин, чтобы родители, когда приезжали, можно было поставить не на газон, чтобы машины ставили, а оставили сюда на стояночку. Проезжая часть станет шире, однако без трудностей не обойдется, ведь перечень работ самый разнообразный. Здесь много посадок, деревьев, харчевка в основном идет здесь сейчас. Ну, а в остальном все в рабочем порядке. Много работы, вид работы здесь. Поребрик, борткамень, основание, подготовка, асфальт. Все это займет много времени. Предполагается, что работы завершат в начале июля. После к делу подключатся электрики. На отрезке дороги от детского сада «Елочка» до «Теремка» должно появиться освещение, которого здесь не было последние 50 лет. Полина Сачи, Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Челны-24.